Почему стоматологи рекомендуют Орбит? Мои пациенты часто интересуются профилактическим действием жевательной резинки Орбит. Исследования показали, что регулярное употребление Орбит снижает риск возникновения кариеса. Поэтому стоматологи рекомендуют Орбит. Стоматологи рекомендуют Орбит. Лично я все решаю сам. Как скажу, так и будет. Если я говорю на футбол, значит на футбол. А не стоит ли нам поехать к маме? А если я говорю к маме, значит к маме. Слово понимаем, Патрик. Нонда. Конфеты из натуральной мяты для свежего дыхания. We need this bag. It's rounder. Rounder! Говорят, что Пепси всем приготовила сюрприз. Отвинчиваешь крышку, глядишь, подкрышка Бриз, настоящий пейджер. Кнопка и экран! Если больше повезет, дадут вести программу. Главный приз, день на MTV. В двадцатке самых-самых, ведь ты мечтал о славе. Это твой шанс, беги за Пепси прямо сейчас. Такая маза в жизни бывает только раз. Пепси, пейджер, MTV, подключайся. Самым-самым, Пепси, пейджер, MTV, подключайся. Самым-самым. Человек открывает все новые виды аллергенов. Но, как и прежде, Супрастин помогает взрослым и детям при любых видах аллергии. Супрастин – классическое решение проблем аллергии. Пора? Пора. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавицы и ку-ку, счастливому сынку. Порадуемся. Пока, 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 кривая перья на шляпах, ступень не разбегал. Эфес Пилснер. Настоящее удовольствие. Того стоит.